парке станицы Северская у памятника погибшим в борьбе с терроризмом. Почтили минутой молчания память жертв террористических актов и всех, кто отдал жизнь при исполнении воинского долга, спасая людей. В современной истории нашей страны немало страшных и горьких страниц. Москва, Санкт-Петербург, Беслан, Буйнакск, Буденновск, Волгодонск, а теперь и Украина, где идет борьба с фашизмом и откровенным терроризмом. Участники траурного мероприятия зажгли свечи, выпустили в небо несколько десятков белых шаров и возложили к мемориалу красные гвоздики – символ скорби и жертвы.